Так, Виктор Ханчев. Юрий, у вас после 11 мая сильно ухудшилось изображение веб-камеры. Вы покраснели. За кого или за что? Виктор Ханчев, отвечаю в 10-й раз. У меня полетела веб-камера, и я купил самую дешевую, первую попавшуюся. Она все сдохла у меня. Вот. Вот она. Сдохла. Намертво. Вот ничего другого сделать не могу. На хорошую веб-камеру денег нет. Ну, как говорится, ребят, я говорю то, что есть. Взял первую попавшуюся.